Риви, город. Население 1200 жителей. Среди них 253 нелюди. 25 сентября 1268 вспыхнул погром. Началась резня. Убивали эльфов и краснолюдов. Только один человек встал против разъяренной толпы. В ходе беспорядков погибло 76 нелюдей, в том числе ведьмак Геральт из Ривии. Его ударил вилами в грудь человек, о котором известно только то, что его звали Роб, и он задолжал 3 кроны в местной корчме. Йеннифер из Венгерберга умерла, спасая ведьмака. Тела ведьмака Геральта и чародейки Йеннифер забрала таинственная девушка с пепельными волосами. Место их погребения неизвестно. Я помню. Риви, Йеннифер.